Полюбуйтесь вместе со мной на эту красоту. Вот у нас получился такой вот образец, очень шикарный. Ну и что я сделал? Видели, как я делал инкрузию, да? Потом скрыл ее, когда она высохла, волшебным воском. То есть это на базе клея КМЦ. То есть он нас дал как вроде как бесцветный, да, там грунтовочный или слой. И потом это же волшебный воск с перламутром. Перламутр у нас. И вот если его будет видно, я его не полностью перетягивал, а добавил вроде как, ну, маракешек, а такое облачно сделал на нем. То есть и серебро здесь есть, и прылинка. Вот, и получился очень оригинальный образец. Вот, сейчас я сделал уже под травентин, сделал с глины два цвета, тут видите, и оливка, зеленая оливка, уже такая спелая, вот, отторцевал вот этой щеточкой, вот. Так. Ну, на шпатель взял несколько цветов, понятно, да, вот. То есть взял на шпатель несколько цветов, протянул, вот так, чтобы они были такие, не знаю, волнообразными. И теперь обратно-таки вскрываю его волшебным нашим гелем. То есть за счет того, что глина немного сейчас подмокнет, я ее могу потом смело заглаживать. Вот. В этом случае. Ну и получается за счет того, что это нитро такая целлюлозка. Вот. Она, ну, это считайте, как, или можно, как крахмал. Но получается очень вот такое эко отделка. Вот, глина я уже показывал, да, что у нас за глина. Это вот глина огнеупорная. Я ее сею. Ну, сеял через сито. Вот, то есть смешивал ее с со стартовой шпаклевочкой, смешивал ее с, и получалось очень интересный эффект. Можете один к одному, можете один к двум, то есть уже смотрите по своему усмотрению. Вот. И получаем такую оригинальную модельную массу на основе глины. Вот. Клюем ее универсальными красителями, моделируем и получаем вот такую вот красоту. Не прощайтесь, оставайтесь с нами, далее буду.